Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Усталый город воинской славы, активисты молодежного движения, студенты, школьники, представители общественности. Благодарные анапчане собрались, чтобы отдать дань памяти мужественным и отважным соотечественникам, благодаря которым мы живем в мирное время. Нет более тяжкого испытания для человечества, более жуткого испытания для, как Великая Отечественная война для нас, вообще война для человечества. Когда люди, озверев, уничтожают от мала до велика все население планеты, стремясь завладеть миром. Я хочу сказать, что 22 июня 1941 года чертой отделило все вчерашнее от сегодняшнего. Акция «Свеча памяти» стала традиционной в Анапе. Как символ вечной памяти, скорби и безмерной благодарности павшим воинам, студенты и школьники из зажженных свечей выложили слово «помним». Наша молодежь помнит подвиги дедов. И нам очень приятно, что эта память не проходит с годами. Говорят, человек жив, если о нем помнят. Поэтому вспомнить поименно надо всех тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Всех погибших на полях сражений и всех, кто не дожил до светлого дня победы, почтили минуты молчания. К мемориалу возложили цветы.